В Китае стартовала ежегодная сессия ВК НПКСК, высшего совещательного органа страны. На открытии в Доме народных собраний в Пекине собрались более 2000 политконсультантов, представляющих различные регионы, этнические меньшинства и профессиональное сообщество. Также присутствовали партийные и государственные руководители, в том числе председатель КНР, генсек ЦК Компартии Си Цзиньпин. С докладом о работе бюро ВК НПКСК выступил председатель Всекитайского комитета Ван Ян. Он подвел итоги деятельности консультативного органа в минувшем году и сформулировал ключевые задачи на 2020. Главной темой — модернизация системы реагирования на инфекционные заболевания и влияние пандемии на борьбу с бедностью. Китай планирует достичь все ключевые цели национального развития, несмотря на сложности, вызванные эпидемией. В своей речи Ван Ян подчеркнул, что ВК НПКСК удалось повысить качество выдвигаемых предложений и сократить сроки их рассмотрения. В ближайшей перспективе политконсультанты планируют представить меры по предотвращению повторной вспышки COVID-19, а также выдвинуть ряд инициатив для укрепления международных связей Китая. Организации НПКСК на всех уровнях были мобилизованы для участия в борьбе с эпидемией. Наладили дежурство, проводили консультации по текущей обстановке, принимали и обрабатывали предложения с мест, а также активно выдвигали инициативы по возобновлению производства. В ближайшие месяцы эта работа будет продолжаться.